Большинство людей считают, что их здоровье незыблемо, как эта гора во французских Альпах за моей спиной. Вот. И когда они ведут образ жизни хаотичный, когда они не понимают, что делать, чтобы это здоровье сохранять, их знания напоминают эту скрытую вершину. Она в два раза больше этой горы. Но она скрыта туманом, она скрыта облаками. И здоровье утекает. Примерно так же, может быть, быстрее, как вот этот водопад, который виден справа от меня. Когда-то быстрее, когда-то медленнее, но он уходит. А крупные проблемы, крупные поражения видны, как вот эти борозды на этой горе. И очень плохо, когда ваше здоровье напоминает вот этот полуистаивший ледник. Он очень некрасивый, он черный. Это остатки вашего здоровья. И очень плохо, если так. Поэтому, если вы не хотите превратиться в этот ледник, остаться на уровне вот этих борозд, которые вы видите на горе, обращайтесь, контакты вы видите. Я вам помогу.